Контроль за опасными грузами. Патрульная полиция проверяет перевозчиков от бензовозов до грузовиков. Все они везут газ по трассе Киев-Одесса. О наиболее характерных нарушениях Александр Полуев. Патрульные проводят отработку автомобилей, перевозящих опасные грузы, в основном газы и бензовозы. Говорят, нарушения в оформлении документации бывают, но редко. Зупинених 30 автомобілів, кожна третя, тобто, наприклад, 10 автомобілів є із порушеннями. Частіше це невідповідність маркування або комплектації. Эти два грузовика везут топливо. По словам патрульных, комплектация автомобилей в порядке. Здесь нарушение маркировки. Неналежне прикріплення та невідповідання інформаційної таблички на вашому автомобілі. Тобто має бути маркування, що саме ви перевозите. Якщо це дизельне паливо, має бути відповідна номенклатура, а саме цифри, які відповідають вашому перевезеному вантажу. Тому ми змушені будемо скласти адмінпостанову за статтею 132 прим. 1 відповідно до вашого правопорушення. Штраф за такое нарушение 510 гривен. Как правило, за подобные оплошности в оформлении груза платит предприятие, на которое работает водитель. Заносится электронная постанова. После выписывания в электронном виде вся информация забывается до планшета. Потом передается на миниатюрный пристрій, принтер, который уже роздруковує электронную постанову. По словам водителей, в некоторых регионах Украины на такие нарушения закрывают глаза. Те же, кто возит груз через границу, как правило, все оформляют до мелочей. Часто останавливают, потому что мы ходим за границу, мы с Беларуси напрямую газ возим. Так что у нас документы все в порядке. Отработка будет проходить до конца декабря. С 1 числа патрульные составили 22 админпротокола за нарушение правил перевозки опасных грузов. Александр Полуев, Валентин Мирза, 7 канал.